происходит? Вот мировое устройство, оно сейчас выглядит как? Применительно к этой пирамидке. Вот есть эта глобальная мафия, и есть безголовый мавзолей. Это страны и народы на планете Земля. Япония, Франция, Германия, Россия, Штаты и так далее. Вот нарисуйте это мысленно себе, вот такую схемку. Каждой стране, вот эта мафия, каждой стране ставит свои задачи в ходе глобализации. Концентрацию управления производительными силами человечества. Как это выглядит? Ну, прям конкретно на примерах. Япония у нас, мировой мафии, это высокие технологии. Штаты, это мировой полицейский. Испания, мировой курорт. Россия, сырьедобывающий комплекс. Все. Вот к чему привела концентрация управления производительными силами. То есть каждый сверчок знает свой шесток. А теперь дальше опять. Вот из этой простейшей схемки выглядит уже даже то, что мы с вами усвоили. Вот они проводят глобальную политику, а руководители стран и народов проводят внутреннюю и внешнюю политику. Все. Поэтому руководители, даже они все какие умные, там президенты, называйте их как хотите, генеральные секретари, если они не знают глобальной политики, они заложники того, кто знает и проводит эту глобальную политику. И теперь, возвращаясь теперь опять к началу вот нашей вводной лекции, что происходило? Было два мощных агитпункта. СССР и США. Нас пугали империализмом, а их пугали якобы коммунизмом. На самом деле и там глобальная пирамидка. Но у глобализаторов возникла опасность. Если руководство СССР и США выйдут на понимание глобальной политики, они могут нас, глобализаторов, кинуть. Чтобы этого не произошло, глобализаторы решили это предотвратить. За счет чего? А словесный блуд выглядит в чем? Был двухполюсный мир, а теперь многополюсный мир. А что такое двухполюсный? Так вот я говорю, два полюса, это было два агитпункта, хотя они одинаковые. Только в Штатах была открытая тоталитарная модель, а в СССР была скрытая. Вы что думаете, в Политбюро плохо жили, что ли? Нет, надеюсь, все доказывают. То есть элита была и там, но там она легализована, а у нас была скрытая. И ее глобализаторы решили легализовать, решив свои проблемы. А проблемы какие? Чтобы руководство СССР и США не кинуло глобализаторов, а у нас же нет, вот у глобализаторов, вы Ротшильд, Морган, Оппенгеймер, у нас же нет своих войск, своего министерства финансов. Мы управляем странами и народами, о чем пойдет речь дальше, так называемым бесструктурным способом, когда лохи сами делают то, что нам надо. Но если лохи поймут, как их обманывают, они же нас кинут, значит, надо сделать так, чтобы лохи ничего не поняли. Что делать? И они решили две этих глобальных пирамиды развалить и мир перевести от двухполюсного к многополюсному. То есть было, они, их принцип «разделяй власть», и раньше был какой? Стравливали СССР против США, и за счет напряженности они жили припеваючи, вообще говоря. То есть смотрите, мы, руководители транснациональных корпораций, производим вертолеты, подводные лодки, корабли, то есть это же наше все, да? Значит, мы все это... Напряженность создали, мы этот сбыт оружия делаем. А я вам говорил о трех рынках оружия. Поэтому, чтобы сбыть новую подводную лодку, надо создать напряженность. Мы ее создавали. Значит, потом маленькую войнушку организовали, вскрыли недостатки вооружения. Нужна модернизация, мы опять модернизируем. Но поскольку это, значит, привело к созданию мощных суперконцернов, и которые стали претендовать на нашу власть, возникла задача, чтобы как-то надо избежать, и мы приняли решение, что сделать. Развалить эти два завода, мощных суперконцерна. Как? Ну, представьте, один делает «Жигули», другой «Форды». И мы эти два завода, то есть вот я хозяин двух заводов. Один делает «Форды», другой «Жигули».
Есть директор этого завода и этого завода, и есть там цеха. Что я делаю, чтобы директор меня не кинул? Я завод расчленяю на несколько цехов, то есть один цех делает карбюраторы, другой радиаторы, третий там колеса, четвертый приборы, но каждый цех в отдельности автомобиля не соберет. Первым в этом плане пал СССР, то есть вот СССР, я уже рассказывал, расчленили, и планируется расчленение России, но тоже такой же звоночек звонит и по отношению к США, мы уже с вами это прошли. То есть из США сейчас делают империю зла, и я вам рассказываю, что опубликована карта расчлененных Штатов Америки. И там ситуация выглядит как? Как членили СССР? То есть противопоставляли страны, народы, религии, так и там. И вы, наверное, наверняка знаете, что в Штатах сейчас развивается движение Фарахан, то есть негров вооружают исламом. Лидер у них, так сказать, духовный Мохаммед Али, ну, боксер знаменитый Кассиус Клей, который принял ислам. Вот. И неграм там говорят: негры, на ваших костях построено благополучие Соединенных Штатов. Вы имеете право на суверенитет. Северные там штаты, значит, ну, на карте вот то, что я видел, там нарисовано так. Аляска – это христианские штаты Америки. Прямо туда, ближе к России, где к Чукотке. Вот юг, где Флорида, полуостров, там написано, значит, мусульманские, негритянские штаты Америки. Независимая республика Техас, французские штаты. Почему? К Канаде там, вы же знаете, у них сепаратистские настроения, значит, поскольку там при захвате Америки доминировали французы, там они за французский язык государственный борются и так далее. Вот. Вот вам карта. Принцип тот же самый, что был против СССР. А причина, чтобы вот эти глобализаторы, руководители транснациональных банков и корпораций, остались хозяевами планеты. Все это преподносится лохом как переход от двухполюсного мира к многополюсному. Причем мы начинали лекцию, помните с чего? С антиглобалистов. И многие считаю, что это антиглобалисты, это хорошо. Но ужас в том, что вот антиглобалисты – это инструмент глобализаторов. То есть они их, вот вы представьте, можете ли себе представить, что так от нечего делать тысячи, значит, антиглобалистов собрались там в Вене или в Гену или в Канаде и пошли громить. То есть масло подорожало, да? То есть их же кто-то должен собрать, им кто-то должен денежки заплатить. А для чего им, теперь поймите простую вещь, для чего глобализаторам антиглобалисты? А я вам рассказал. То есть они переводят процесс управления от сконцентрированного к двум мощным пирамидам, они переводят на многополюсный мир. Много стран и народов. Каждая пусть делает свое честное дело. То есть антиглобалисты выражают планы глобализатора нехило. Вот с пониманием вот даже того, что я рассказал, как все это становится очевидным. А дальше...